хорошо. И сегодня я пришла погулять на прогулку со своими лучшими друзьями Пеппой и Джоджем. И сегодня мы будем гуляться по парку. Конечно же. Так, это у нас бегемотик. Я хотела посидеть на нем. Вот они, наши друзья, радуются. Свинка Пеппа и Джордж. Как им весело на этом бегемоте. Я на хвостике. Если, ребята, вы знаете, я следую с горки со своим любимым медвежонком Стэдди. Поехали. Как классно и весело как нам кататься. Как классно и весело. Джордж, а теперь твоя очередь. Хорошо, Пеппа, я снижаю. Совсем не сладко. Как же весело. Пеппа пришла на полянку, понюхала цветочки. Джордж, я тут нашла цветочки. Один для тебя, один для меня. Что, правда? Правда, да. Пеппа. Я тоже, можно понюхаю? Ага. Какие интересные. Пеппа, скажи, а как же они называются? Это Джордж, это одуванчики. Они потом обратно закроются и станут беленькими. Класс. Итак, наши Пеппа и Джордж идут на прогулку вместе. Это настоящие друзья. Джордж, посмотри, это белый одуванчик. Давай его подуем. А что тогда будет? Он тогда возлетится. Давай. Раз, два, три. Начало и вы. Джордж, посмотри, что случилось с белым одуванчиком. Если на него подуют, то все семена разлетятся. И потом уж они вырастут новые одуванчики. Вырастут новые одуванчики. У Маши отличное настроение. Конечно. Давайте пойдем на эту площадочку. Давайте. Давайте. Пеппа и Джорджа. Наша свинка Пеппа с Джорджем решили покататься на такой машинке. Как же им весело, ребята. Ю-ху! Йо-хо-хо-хо! Хо-хо! Джордж, это так весело. Дай кнопку. Джордж, я всегда хотела на такой машинке покататься. Как же тут классно! Я тоже хотел! Наконец-то наша мечта сбылась! Ага, наконец-то наша мечта сбылась! Пеппа, Джордж, вы не хотите на заднем посидеть? Потому что на капоте вы можете легко соскользнуть. Ну хорошо, машинка. Джордж, а ты знаешь, что нас уже, наверное, мама и папа заждались. Наверное, пойдите покушать. Эх, сегодня мы так хорошо нагуляли. Да, Джордж? Да. Да, Пеппа, мы очень классно погуляли. Джордж, это, знаешь, прогулка на свежем воздухе. Это так приятно и укрепляет здоровье. Ты это знаешь, Джордж? Да, Пеппа, теперь я это буду знать. Спасибо, что рассказала. Ну, конечно же, я же очень умная. Я ведь выше тебя, поэтому я умнее. Ребята, если вам понравился этот мультик, ставьте лайк, подписывайся на канал, позови Машу